В Черкесске на базе коворкинг-центра прошла встреча участников проекта Республиканского министерства молодежи «Акселератор молодежных проектов». Сейчас в активной фазе идет микрогрантовый конкурс Росмолодежи, в котором будут представлены все социально ориентированные задумки участников проекта. Ахмат Халкечев подробнее. Главная идея площадки состоит в том, чтобы молодые люди поняли суть проектного менеджмента и научились правильно формулировать идеи. Свои важные мысли заместителю председателя правительства Карачаева-Черкесии Дмитрию Бугаеву и депутату городской думы республиканской столицы Султану Узденову представили 13 участников акселератора. В этом году мы ожидаем, что общий грантовый фонд, значит, поддержки социально значимых инициатив молодежи Карачаева-Черкесии, также некоммерческих организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, составит более 50 миллионов рублей. Следует отметить, что те грантовые конкурсы, которые организуются, это конкурсные мероприятия Федерального агентства по делам молодежи. Здесь наше участие заключается в том, чтобы мы повысили уровень конкурентоспособности представителей молодежи Карачаево-Черкесской республики. Как показывает практика, данная цель достигается, задачи исполняются. Возможность доработать свои идеи в акселераторе помимо студентов вузов и СУЗов получили также и школьники. Спектр вопросов, заботящих молодежь, весьма разнообразен, что в свою очередь подтверждает уровень высокой социальной ответственности современной молодежи. С удовлетворением отмечают организаторы. Это направление по тематикам, оно меняется из года в год. Если, например, в 2019 году больше было проектов, связанных с патриотизмом, то в прошлом году и в этом году мы замечаем, наверное, больше уклон в сторону социальной активности среди молодежи. Многие из ребят, получившие первичную обратную связь, удостоверились в том, что они движутся в нужном направлении. Ну а заботят молодежь вопросы финансовой грамотности, сохранения языка и культуры, а также взаимовежливое поведение водителей на дороге. Я вижу проблему, я знаю то, что можно решить эту проблему, или как, по крайней мере, попытаться решить эту проблему через социальное проектирование. И именно поэтому я думаю написать проект на эту тему, повысить культуру вождения у нас в городе Черкесска, обучить новоспеченных водителей, которые только получили права или еще не получили этой самой культуре вождения. Вот. И все это благодаря акселератору, который проходит сейчас в Министерство по делам молодежи. Акселератор молодежных проектов направлен на организацию образовательных мероприятий в формате интенсива, чтобы ребята смогли подготовить конкурентоспособные и социально значимые инициативы. Ахмат Халкечев, Анастасия Лой, Вести Карачаево, Черкесия.